Белорусская диаспора в Европе требует проведения честных президентских выборов. Так, в воскресенье у посольства Беларуси в Варшаве собрались сотни людей, недовольных арестами лидеров оппозиции. А это непосредственно Минск, на следующий день после известия о задержании бизнесмена Виктора Бабарыка. Он считается одним из главных соперников действующего президента Беларуси Лукашенко. Возмущенные люди шли по центральным улицам Минска, скандируя «позор властям». Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа, но уже сейчас понятно, что, несмотря на протесты, пройдут они в целом по знакомому сценарию. За несколько недель до официальной регистрации кандидатов многие лидеры оппозиции оказались или под стражей, или под следствием. Например, Бабарыка после задержания была предъявлена уголовная статья. Одновременно с этим Лукашенко пригрозил, что все несанкционированные акции протеста будут жестко пресекаться властями.